хотелось в рамках живого диалога с Анатолием Геннадьевичем и Еленой Григорьевной мы могли получить ответы на те экономические вопросы, которые нас прежде всего волнуют. Новое поколение, которое сейчас будет выходить из стен университета, начнет работать в Крыму, оно и принесет то новое, что необходимо для власти, для бизнеса, для вообще атмосферы. И в результате Крым здорово рванет вперед. Специалистов с современными компетенциями не хватает. Не хватает их и в силу того, что педагогов не хватает с современными компетенциями. Поэтому для нас очень важно общение не только со студентами, но и с педагогами. Нам надо наладить такой обмен опытом.